пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Амро. Прекрасно, очень интересное имя. Скажите, пожалуйста, из какого вы города? Я из Палестины, с другой стороны вообще. Прекрасно. Но я здесь живу давно. Ага, то есть даже другие страны нас интересуются такими мероприятиями. Тогда поделитесь, пожалуйста, парой впечатлений об этом мероприятии. Очень позитивная установка на самом деле. Лектор, я с ней знаком очень давно, она очень интересно все рассказывает, очень хороший хирург, оперирует замечательно, и очень хорошо, что она делится с нами своим опытом. А что-то новое для себя узнали? Естественно, вот в мире пародонтологии именно постоянно каждый лектор, каждый хирург, у него есть свои вот определенные нюансы, которые может постоянно делиться со своими коллегами. То есть этот опыт для вас очень важен? Да, конечно, и бесценен. Конечно. Мы надеемся на то, что вам все понравилось. Спасибо. Что впереди еще вас ждет много интересного. Я думаю, что очень интересно. Да, спасибо вам большое за ваши слова. Всего. Если там, я иногда делаю даже с одного, там сейчас захожу до другого,